тревожно и больно на душе, то, что в эти светлые праздничные дни по-прежнему звучит канонады орудия. У нас героический народ в очередной раз возродится, как феникс из пепла. Мы постараемся сделать все, чтобы вам удалось вместе с нами отпраздновать еще один День Победы. Меня зовут Артемов. Артем Александрович. Я приехал из недавно далекой России, сейчас уже очень близкой. Я приехал поздравить вас, спасибо вам за приглашение. Когда-то вы победили зло. Вы ветераны Великой Отечественной войны. Это выше принадлежности к любому государству. Это статус, которым вы должны гордиться и рассказывать детям обязательно, иначе мы получим после 25-летнего вакуума, который застал все осколки Советского Союза, мы получим то, что получили сейчас здесь. Спасибо вам, с праздником! Наградой в память 70-летия Победы награждается Тележняк Борис Антонович. Награждается Бура Александр Антонович. Надо было сказать.